Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья, и вы снова на канале Европлан Флай. Мы снова в Москве. На самом деле мы в Москве на удивительном мероприятии. Фестиваль называется «Сады и люди». Еще несколько лет назад было очень много скептиков, людей, которые пророчили этому фестивалю полный провал. И было такое ощущение, что половина людей разделилась на две группы. Одни мечтали, чтобы у фестиваля было светлое будущее, а другие сидели в сторонке, потирали ручки, надеясь, что все провалится. Вот этот год, на мой взгляд, показательный. Я слышу отзывы коллег, и они на самом деле радуют. Потому что то, что происходит, допустим, в Санкт-Петербурге, кто-то из коллег приезжает в Москву, гуляет по фестивалю, возвращается обратно и говорит: «Вау, там круто!» Вот, и едет следующая партия. И мы очень рады, что мы сюда приехали. А еще очень рады, что мы находимся в этом маленьком саду. Это золотые медалисты. Это люди, которые, наверное, помогли состояться этому фестивалю. И я надеюсь, они сами расскажут про свой сад и про свою задумку. В этом году тема фестиваля «Игра в саду». И выбирая образ для сада, мы решили использовать детскую игрушку, которая называется калейдоскоп. Изучая эту тему, мы обнаружили много разных разновидностей калейдоскопа, одна из которых называется теледоскоп. Это та же самая игрушка, но вместо камушков на дне. Там просто отверстие, и ты смотришь в открытое пространство, и ты видишь преломление, искажение этого пространства. Эта игрушка как бы меняет это пространство. Нам эта идея очень понравилась. И мы решили, что мы хотим изменить пространство системой зеркал. И, ну, в общем, это как-то нас очень так возбудило и завело в хорошем творческом смысле. Вот. И тогда мы решили, значит, делать план этого сада. У нас большой сад, 100 квадратных метров. И, значит, в основу планировочного решения был положен треугольник. Если посмотреть сверху, то вся площадь, она разбита на, в основном, треугольнике. Вот. Ну и вот в качестве основных растений у нас использованы березы. Береза плакучая, сорт Тристис. Также использованы эхинацеи, злаки и рудбеки. Ну, в общем, цветники достаточно монохромные. Ну, в общем, вот такой у нас получился сад. А где-то вот в своих садах, вот, в каждодневной работе использовали этот элемент или нет? Нет, это мы именно, ну, это выставочный сад. И надо отдать должное, ну, надо понимать, что выставочный сад отличается от частного сада. У него немножко другие цели, задачи. Хотя идеи, которые мы заложили, они очень могут пригодиться в садах. Использовать зеркало. Я просто мало уже вижу, да, что можно, да, что можно очень красивое слово стырить, да? Да, скопировать. Вот честно, я уже вижу несколько идей, которые мы, наверное, попробуем у вас занять. Да, занять. Ну, это было бы замечательно, мы были бы только рады. Вообще, тема зеркал, она очень такая благодарная, потому что вы не только увеличиваете пространство, вы отражаете все вокруг. И люди сюда, например, очень любят заходить, потому что они, во-первых, себя видят, и это тоже приятно для них. Делают очень много селфи, и, в общем, мы довольны, что наш сад привлекает большое количество людей. Довольны посетители, довольны судьи, это самое главное, потому что жюри было в этом году такое серьезное. Вот, и это, конечно, здорово. Да. Thank you.
Да простят меня мэтры, но на «Садаки людях» есть категория садов, номинация начинающих. Людей, кто только входит в профессию. И если честно, здесь есть такие сады, которые дадут фору многим профессионалам. И вот это вот небольшой пятачок, здесь 7 или 8 я вижу садов, и они действительно потрясающие. И с автором одного из этих садов я хочу поговорить, Евгения. Евгения, как она сказала, она даже не выпускница, а еще только учится. И если вы видите, сад посвящен азартной тематике. Я вижу элементы рулетки, я вижу призовой фонд. И мне казалось, что такой сад может спроектировать только действительно заядлый игрок. Оказывается, что это не так. Тогда два вопроса. Первое. Как в голову пришла такая идея? Почему-то сразу в голову пришли мысли про азартные игры. То, что мы видели много в фильмах, и карты, и денежные призы. И из этого, уже отталкиваясь от этого, пошла какая-то художественная мысль по этому поводу. И поэтому шаг за шагом, элемент за элементом выстроилась такая вот картина с очень интересным, мне кажется, смыслом на самом деле. А почему выбрали свою профессию именно вот ландшафт? Ландшафт? Вообще, я сначала не думала, что я стану ландшафтным архитектором. Я думаю, я буду кондитером. Отлично, между прочим, очень похоже. Но потом мне потянуло очень сильно к природе. И я думала, может стать экологом, но думаю, это слишком масштабно, и передумала. И поскольку у меня семья очень творческая, у меня мама дизайнер интерьера, папа художник, вот. И поэтому я подумала насчет дизайнерских профессий, смотрела интерьер, смотрела моделирование, но как-то зацепила ландшафтный именно архитектура. Поэтому я искала институты, ходила на дни открытых дверей. И один раз, когда я поехала в МГУЛ, еще МГУЛ, и меня очень сильно зацепило, я сказала просто маме: «Мам, я сюда поступаю». Мы находимся, на самом деле, у очень удивительного сада. Он получил гран-при. И рядом со мной Ольга. Это, я так полагаю, ландшафтный дизайнер. Ландшафтный дизайнер и идейный вдохновитель этого сада. Да. Вот вашей коллеги, к сожалению, нету, да, поэтому... Да, вопрос. Кому пришла идея? Вы знаете, здесь очень интересно развивалась ситуация. Эта идея, она какая-то, она вообще из другой темы пришла. Мы, сейчас скажу, в январе месяце нас попросили для Севастополя сделать некий там развязку. И мы подумали, почему бы нет. Посмотрев на карту, вот Google, да, то есть там эту развязку нам посмотреть, чтобы спроектировать, мы увидели сердце. Мы увидели сердце сверху. И когда начали думать, как ее как бы расширить, да, чтобы она была интересна, как
сердце Севастополя, да, как сделать сердце, чтобы оно было на сердце Севастополя. И мы поняли, что пересечение всех путей, которые там вот, дорог пересекает вот этот вот круг, mm-hmm. ну, вокруг, да, вот идут направления, да, они могут зрительно пересекать это сердце. Они зрительно пересекают это сердце. И у нас сначала получилось сердце, разрезанное разными линиями. Да. Потом мы поняли, что в плоском виде оно не будет читаться. Нужно дать объем. И тогда мы это сердце подняли. Когда мы это сердце подняли, остались прорезанные дорожки. Вы озеленение развязки делали или вы проектировали развязку? Развязка. А развязка, она была не озеленение, а просто попросили сделать именно развязку дороги на Ушаковой, если вы, может быть, знаете. Нет, знаете, наверное. Да? Нет. Она самая такая главная центральная развязка. В центре развязки стоит доминант, высокая ель. Высокая ель. И вот мы думали, как это все дело сделать просто, практично и удобно, да? Пришла идея сердца Севастополя с этими пересекающимися магистралями, которые идут линиями дорог в самом городе. Отличная идея. Но когда мы узнали тему фестиваля «Игра в саду», мы поняли, что она очень хорошо накладывается. Она очень хорошо накладывается, ее можно применить здесь. Мы подумали, что да, холм, то есть там тоже получился некий холм, конечно, он был ниже, для развязки нужно ниже делать. Вот, мы сделали этот холм. Поняли, что да, оно, в принципе, все взаимосвязано, дети бегают. Вот линии дорог – это стремительные мысли детей, которые вот на вылет пролетают и разрезают этот холм. Поняли, что в центре можно создать такое уютное место и загадочное для взрослого человека и для игры для ребенка, что холм – это место подняться и спуститься, то есть прятки и так далее. Это все, оно все склеивается. Ну и решили попробовать. Нет, на самом деле получилось здорово, получилось необычно. Откуда столько земли взяли? Земля – это строительство всех садов на этой площадке. То есть все, кто занимался стройкой, выкапывал грунт, делал основу для своей конструкции, вся земля поступала в приемные пункты. То есть мы хитренькие. Мы хитренькие. То есть затрат на вывоз грунта вообще не было. Весь грунт свозился местный. Тачками. Да, весь грунт свозился тачками в очень большом количестве. Насыпался, утрамбовывалось, прикатывалось. И вот в результате получился такой вот удивительный холм. Очень приятно было видеть, когда на черенке сейчас тут сидел. Да, я тоже заметила. Безумно приятно. Я тоже заметила это. Спасибо огромное.